Всем привет, дорогие друзья! Предыдущее видео по Mortal Kombat будет по ссылочке в описании вместе со всеми сериями. А у нас сегодня третий турнирный стиль Терминатора — Страшный суд. Примечателен этот стиль тем, что есть неблокируемый высокий снаряд, который вырубает метр, то есть противник не сможет в течение 5 секунд пользоваться метром никаким, ни защитным, ни атакующим. И граната, которая комбинируется, ну, с большинством связок, то есть не обязательно в этой версии подкидывать противника, чтобы нормально сделать комбо. Достаточно почти любую связку сделать. Усиленная граната взрывается сразу, а неусиленная потом, и это средний удар. То есть в этой версии комбо более простые и понятные, и они делаются с земли. Ну или с воздуха тоже можно, то есть более широкий выбор. Ты вернешь меня на мою планету Земля, как только ты выполнишь поставленную мной задачу. Касси Кейдж будет уничтожена. Вот, вот, лови. Все, все, не работает. Ага. Так, а почему она недалеко подкинулась? Вот это мне непонятно. Тихо. Хватаем. Лови. Все, метра нет. Уже ничего не сделаешь. Эта штука даже урон наносит. Вообще, когда граната взрывается, можно же еще прыгнуть и нажать двоечку. Ах ты. Смотри, что творит. А что, уже все? Уже не работает? Я в тренировке это делал. Каким образом это работает? Это очень странно. Может быть, просто надо среднюю гранату делать? Может, в этом прикол? Лови. Нет. Она реально... Она реально, ну, не подбрасывает почему-то. Слушайте, это какая-то магия. Я только что в тренировке, после вот этой вот усиленной гранаты, нажимал в прыжке 2, и потом, когда противник падал, назад 3-1, назад 3-1 и захват гориллы. Почему Цетрион... Почему Цетрион так плохо подбрасывается? И почему у меня такая задержка? Я вообще понять не могу. Это что такое? Я это правда не понял. Разве ты не видишь, что Легион использует тебя? Я действую так, как запрограммирован. Это рабство, не более того. Лови. Опа. Да, реально. Я не могу под... Я и правда не могу подпрыгнуть. Ладно, тогда упростим комбо. Ну да, она же... Лови. Да хорош. Ладно. Опа, все. Ага.
На. О. Ой, да ладно. Все, попалась. You won't be back. Ты не вернешься. Слушайте, неплохо, вообще неплохо. Проверил только что в тренировке. Действительно, я не мог нормально прыгнуть на противника после взрыва гранаты, потому что с ближним взрывом гранаты просто нельзя скомбинировать прыжок. Так, что у нас получается? Что нужно теперь обычную? Опа! Опять баг, да? Опа! Иди сюда. Тихо. Ух ты! Ну, естественно, он же понимает, что я хочу захват сделать. А я делаю коленку, а коленка, она шикарная. Опа. Ну, вот так вот, как-то. На. Главное, такой защищается. А это, видимо, от гранаты от этой защиты нет. То есть она, видимо, так не работает. Хотя граната — это же прожектайл. Почему она его ударила? Это странно. Это странно. Это очень странно. Новый боец. Давай нового бойца. Кто это будет? Опять Цетрион. Серьезно. И прошлый противник за Цетрион играл, и этот. Уж не третий ли это стиль Цетрион? Уж не третий ли это стиль? Гейзер? Нет. Гейзер и порт. То есть нет, это... Не пропускает, видите, люди хотят посмотреть. Ты вернешь меня на мою планету Земля. А, ну это мы слышали, да. Да. Опа, не угадала. Иди сюда. Ну, конечно, естественно. Здравствуй. Поднимайся. Как я достал-то ее? Можно и мерси сделать. Хм.
Ну, естественно. Она же ждет захвата. А я не делаю, я не буду. Хватит. Потому что я не хочу получить в челюсть крашингом. Поэтому коленочка шикарно работает. Она, конечно, коротенькая, эта коленочка, очень. Но не сказал бы, что прям до безобразия. Ну что ж, не забывайте, друзья, что по ссылочке в описании вы найдете предыдущее видео по Mortal Kombat со всеми сериями. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки, делитесь этим видео со своими друзьями, оставляйте свои комментарии. Всем пока!